Белорусы в 2022-м стали активнее отдавать предпочтение агроэкотуризму и санаторно-курортному лечению. Загрузка здравниц доходит до 91%. Среди посетителей около 1500 иностранцев. Большой популярностью пользуются туры выходного дня. В стране появилось мобильное приложение для проверки подлинности товаров. Бесплатный сервис «Электронный знак» моментально показывает всю необходимую информацию о продукции, тип и наименование, его состав, сроки хранения, производителя и страну происхождения. МЧС во избежание несчастных случаев рекомендует очищать крыши от снега. Нагрузка на кровлю нередко приводит к обрушению. Руководители организации и предприятий обязаны принять меры. Специалисты советуют горожанам не ходить под карнизами и балконами. В Могилевской области с 1 декабря стартует благотворительный марафон «Согреем детские сердца». Оказать помощь нуждающимся детям из малообеспеченных и многодетных семей, сиротам и инвалидам может каждый. Белорусский фонд мира открыл специальный счет. Третья поликлиника стала лучшей в конкурсе практик по реализации стратегии устойчивого развития Могилевской области до 2035-го. Медучреждение запустило собственный проект, который по достоинству оценило жюри. Ключевое направление – активное долголетие. Специалисты считают главное – индивидуальный подход к каждому пациенту.